Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «Ստորագրում եմ»։ Ողջույն հարգարժան տիկնակև պարանայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր այսօրվա քննարկումը կսկսենք այն իրադարձություններից, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ, որովհետև այդ հարցն է այսօր միջազգային հարաբերությունների օրակարգում թիվ 1 այսպես ցուցիչը, թե ջերմաստիճանի, թե ճնշման, եթե այս պարամետրերով պատկերավոր փորձենք նկարագրել իրավիճակը։ Այստեղ մենք ունենք նոր զարգացումներ, ընդ որում լրահոսից դրանք գալիս են այսպես հրատապ կարգով, այսև մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով Կիևից, Ուկրաինայի մայրաքաղաքից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Նար սիվոդնեշնի գոստ, իսկ Կիևը, ուկրաինսկի պալիտոլոգ, դիրեկտոր ցենտրը ինստիտուտը միրավոյ պալիցիկի, Եվգենի Մագդա, պրիվեստույո վաս գասպազին Մագդա, ռադ վաս վիձեց, սպասիբը, շտո պրինելի մայա պրիգլաշենի։ Здравствуйте, господин Миграбян. Сегодня не только Миграбян онлайн, но и Магда онлайн. Замечательно. Прекрасно. Господин Магда, начнем наше обсуждение вот с этих срочных новостей, которые поступают из зоны военных действий. В частности, мы читаем из новостей о новом прорыве вооруженных сил Украины на новом участке в Курской области, и мы видим, что России нечего противопоставить этому. Есть там такой райцентр, Глушково называется, и фактически по вот этим открытым источникам вооруженные силы Украины уже достигли подступов к этому райцентру. И говорится также из этих российских пропагандистских телеграм-каналов о, в общем-то, довольно-таки значительном упадке духа со стороны россиян. Опишите, пожалуйста, ситуацию, которая там сложилась, вот на ваш взгляд, по вашей информации в интеграле. Прошу. Я думаю, что на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что Путину Курская область не нужна. Потому что уже скоро 2 месяца там продолжаются наступательные действия вооруженных сил Украины, на которые Россия ответила достаточно вялой попыткой контрнаступления. И никаких попыток объявить войну, объявить священную войну, кроме каких-то таких очень скромных итераций Путина о том, что нужно выбросить украинских военных за пределы области, мы не слышали. Я думаю, что ему Курская область не нужна. Ему не нужны и другие регионы страны. Ему нужен Кремль, ему нужны деньги, ему нужно поклонение его подданных рабов. А больше ничего ему не надо. Обратите внимание на самые разные вещи. Ну, во-первых, как работает российская пропаганда? Если мы почитаем российские государственные информационные агентства, ТАСС, РИА Новости, то создается впечатление, что там, на территории Курской области, каждый день гибнут беременные женщины и дети. Это называется рефлексивное управление. Это называется искусственно создавать сочувствие к России.
ну или к любой другой стране, но Россия занимается этим особенно интенсивно. Как вы думаете, если осуществлять рефлексивное управление в таком виде, как будут относиться другие страны к России? Обратите еще внимание на один момент. Эти же ленты новостей, они наполнены свидетельством якобы жителей, ну, вполне понимаю, что это могут быть и жители районов Курской области, которые сегодня контролируются украинскими войсками, которые рассказывают разнообразные ужасы. То есть они рассказывают ужасы, которые не подкрепляются никакими фактами. Так работает российская пропаганда. Так работает пропаганда любого авторитарного государства. И мы это тоже должны понимать. И в этой авторитарной пропаганде мы видим, что происходит. То есть это реакция, это все, на что на сегодняшний момент способен Кремль. И поэтому я думаю, что в этом на самом деле нет ничего удивительного. Повторюсь, Курская область Путину не нужна. Его там волнует, возможно, только город Курчатов и судьба Курской атомной электростанции. Потому что если украинским военным удастся, скажем, окружив ее, вытеснить оттуда российские войска, то мировое сообщество, именно мировое сообщество, не Украина, может поднять вопрос о том, не имеет ли смысл обменять контроль над Курской атомной электростанцией на контроль над Запорожской атомной электростанцией, которая стала фактически частью обороны российской на оккупированных украинских территориях. И эта оборона является ключом к оккупированному Крыму. Поэтому я думаю, что Путин ко всему к этому относится достаточно серьезно, но публично он на это не реагирует и реагировать не будет, потому что это Путин, потому что это продукт пропаганды. И никаких других версий в данном случае быть не может. Господин Магда, вот на этом фоне вся путинская вертикаль создает такую картину, будто ничего особенного и не происходит. Курск это, да ну, это так вот ничего, это так временные трудности и не более того. Но Россия демонстрирует явную активность на нашем направлении. Вот мы видим, что российский посол то на Араксе появляется, то Путин с государственным визитом в Баку едет, то российские эмиссары в Ереване появляются со своими этими совершенно неприемлемыми идеями о вариантах разблокировки коммуникации под, ну, хоть каким-то, но российским контролем и так далее и тому подобное. Вот почему это все делается? И на ваш взгляд, вы как специалист по вот этой российской гибридной войне, как вы расцениваете вот суть логики путинского режима в этом отношении? Ну, еще понятно, для внутренней аудитории это одно. Но что они здесь потеряли, когда у них, так образно говоря, отвалился Курск, отклеивается Белгород, совсем там проваливается операция на Покровском направлении, где несколько тысяч своих уже уложили. Вот что происходит? В российской идеологии есть одно из базовых выражений – война все спишет. Правда, Россия не объявляет войну. Не объявляет войну Украине. Россия, обращу ваше внимание, с 1991 года никогда не объявляла никому войну. Грузии в 2008 году не объявляла, это была контртеррористическая операция. Украине в 2022 году не объявляла, это специальная военная операция. Россия не хочет и не будет действовать по нормам международного права. Я хотел бы, чтобы это понимали не только в Армении, но и понимали наши западные партнеры. Это абсолютно очевидно. И вывод, к которому мы можем прийти на сегодняшний момент. Что еще я хочу сказать? Что Россия стремится
создать очаги напряженности в самых разных странах, разных регионах. Обратите внимание, например, что в Грузии завели волынку господина Иванишвили о возможном извинении за войну 2008 года. Да. Я понимаю, что страны Центральной Азии себя чувствуют очень неуверенно, потому что, например, у Казахстана самая длинная в мире сухопутная граница, и это граница с Россией. Угу. Представляете, сколько это возможностей для вторжения? Конечно. Тем более, что многие российские политики на этом любят потоптаться. Угу. Меня абсолютно не удивило то, что служба национальной безопасности Армении раскрыла заговор людей, которые готовились свергнуть законную власть. Угу. Это вполне в духе России. Россия активно использует так называемые активные мероприятия, которые ей достались по наследству от советских спецслужб, для того, чтобы расшатать ситуацию всюду, где она может. Россия не способна на сегодняшний момент добиваться серьезных успехов, соответствующих ее образу и рассказанному о ней на поле боя. Но она способна действовать подрывными методами, подкупать, убивать из-под тишка. Это все известные факты. Мне странно другое, что наши западные партнеры продолжают относиться к России как к серьезному субъекту международных отношений. Угу. Я считаю, что время даст оценку этой близорукости. Но на сегодняшний момент это смертельно опасная близорукость не только для Украины, но и для всего мира. Угу. Господин Магда, поговорим вот о наших западных друзьях, об их отношении к этому всему. Да, действительно, мы наблюдаем эту ситуацию, начиная вот с речи Путина на Мюнхенской конференции от 2007 года, да, когда фактически это был курс на ревизию миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, после 1975 года, да, вот этих Хельсинкского процесса, и после развала Советского Союза в совокупности. И дальше мы видим уже реализацию этого политического курса, причем это было бы невозможно, если бы не такое вот благосклонное, скажем так, или неоправданно оптимистичное отношение со стороны Запада. Это они разболтали этого подполковника, да, который взорвался и дошел уже до того, что сейчас разыскивается Международным уголовным судом. Вопрос более конкретный мой, не такой вот абстрактный, просто вот на фоне этого вот эти вопросы ограничений на применение разного рода вооружения, которое предоставлено Украине со стороны Запада, вопрос снятия вот этих ограничений, вот какими соображениями они руководствуются, тогда как сейчас имеет место впервые после 1941 года вторжение на территорию России регулярной армией другого государства. Раз. И во-вторых, весь этот ядерный потенциал, который сложился уже после Второй мировой войны, был призван именно не допустить повторения 1941 года. Но мы сейчас видим, да, хоть и ограниченное, локальное, да, по масштабам России, но тем не менее, по факту, мы имеем и вторжение, и еще дальние удары, которыми, ну, вырезается буквально вся российская инфраструктура. Нефтеперерабатывающий весь этот комплекс, нефтехранилища, энергетика, военная инфраструктура и так далее. И что? И ничего. Вот. Да, тут. Угу. И как есть вот, интересный момент. Да, и как вот выглядит позиция Украины? Мы видим, что официальный Киев просто настаивает на том, чтобы перестать вот руководствоваться этой идеей и дать Украине воевать обеими руками, да, а не одной, как сейчас.
Буквально вчера Россия нанесла удар по гериократическому пансионату в Сумах. Да. То есть там, где были пенсионеры. Да, да, да. И мне кажется, только если мы говорим о принципах, то одного этого шага было достаточно для того, чтобы Запад давал разрешение на использование дальнобойного оружия. Правда? Если мы соответствуем, и если Запад стремится соответствовать принципам о том, что он защищает свободу, он защищает демократию. Но мы, к сожалению, этого не видим. Мы видим, что Запад боится распада России. А Украина не боится распада России. Украина может стать оператором этого процесса. И отмечу интересный момент. После взрыва российского арсенала в Тверской области, там произошло землетрясение локальное. Небольшое, около 3 баллов. Но вы представляете, сколько взрывчатки взлетело на воздух? Это преимущественно ракеты и снаряды, которые вызвали землетрясение. Порядка 30 тысяч тонн. Да. Это один из последних сданных в эксплуатацию российских арсеналов, который считался образцовым. И но сверхзащищенным. Его больше нет. И да, сверхзащищенным, да. Его больше нет. И я думаю, что это только начало. Будет еще. Но Западу необходимо понять, что боязнь распада России абсолютно не означает того факта, что, как вы правильно сказали, украинские военные должны воевать одной рукой. Потому что именно Украина платит самую дорогую цену в современном мире за то, чтобы показать миру российскую агрессию. Платит жизнями и здоровьем своих сограждан. Это самая дорогая цена. Потому что, да, достаточно масштабная западная помощь – это все возобновляемые ресурсы. И деньги, и оружие, и все что угодно. Но не в этом случае. То есть мы должны четко понимать, что для нас это зло. Украина ведет экзистенциональную войну. Продолжать ее до того времени, пока в ней не победит. И нового выхода – это доказано Бучей. Это доказано Мариуполем, это доказано Изюмом, доказано ракетой по детской больнице Ахмадет, доказано тысячами других военных преступлений. Другого выхода нет. Украина будет бороться с Россией до победы. Господин Магда, вот, кстати, о победе. Сейчас мое впечатление таково, что военно-политическое руководство Украины начало конкретно оформлять продолжение, вот план продолжения войны, которую ведет Украина по отражению российской агрессии и восстановлению территориальной целостности в международно признанных границах. Насколько я могу судить из открытых источников, а других у нас нет, этот план победы, с которым президент Украины поедет в Нью-Йорк на очередное пленарное заседание Генассамблеи ООН и будет презентовать американским должностным лицам, президенту, кандидатам в президенты, да, в лице и экс-президента, в лице вице-президента действующего. Он примерно представляет собой набор целей, которые необходимо поразить на расстоянии. Объем каких-то оборонительных и контрнаступательных задач. И под это столько-то, допустим, танков, столько-то самолетов, столько-то подготовка личного состава, снарядов столько и так далее. И вот под это такая вот сумма денег, примерно. То есть здесь уже более такой конкретный план, который потребует утверждения и выделения соответствующих материальных и финансовых средств. Как вам кажется, на фоне уже вот тех изменений, которые мы обсуждали только что,
На что может рассчитывать Украина, тем более вот мы видим еще и эволюцию, тем не менее, во взглядах Запада к этому всему, когда вот перед глазами такое происходит. Вот как вы видите дальнейшее развитие событий в этом контексте? Прошу. Взгляды Запада меняются, но, к сожалению, слишком медленно. Угу. У меня есть, к сожалению, сомнения в том, что предложения Владимира Зеленского станут для Запада руководством к действию. Просто, знаете, есть такая присказка. Легко пережить зубную боль, если зубы болят не у тебя. У Запада не болят украинские зубы. Он не ощущает того, что война за 940 с лишним дней коснулась практически каждой украинской семьи. В разный способ. И это ощущение, оно существует в Украине. И мы понимаем, что Украина будет совсем другой после завершения войны. Но вместе с тем мы должны понимать, что у нас сегодня нет другого выхода. Мы должны говорить партнерам о наших целях. Потому что есть в мировом сообществе достаточно очевидный запрос на то, чтобы как можно скорее наступил мир. Угу. Потому что российско-украинская война, она тормозит мировое развитие. Мировую экономику она не дает развернуться. Мы должны отвечать на это действиями. И природа политической игры заключается в том, что это могут быть не только агрессивные заявления. Поэтому я говорю о том, что Украина должна продвигать не только этот план. Она должна говорить о том, что ведет войну за независимость. Угу. О том, что ведет антиколониальную войну. И это близко, наверное, всем республикам Советского Союза. Конечно. О том, что она будет настаивать на демонтаже Российской Федерации. Угу. И это вещи, которые, я надеюсь, прозвучат. Если не в Белом доме, то с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, где будет выступать Владимир Зеленский. И в завершение, господин Магда, мы отчетливо понимаем следующую взаимосвязь, что, учитывая ту просто одержимую имперскую политику России, итоги войны России против Украины предопределят судьбу и всех, без исключения всех постсоветских стран. Мы видим, что в октябре предстоят очень важные события в Молдове и в Грузии. Мы видим, что сейчас у Армении буквально такой дипломатический клинч с Россией именно на фоне тех разоблачений действий диверсионного характера, в которых задействованы фактически учебные центры Министерства обороны России, которые, в свою очередь, задействованы в войне против Украины в Ростовской области. Вот на фоне этого, как вам видится вот дальнейшая эволюция постсоветского пространства, бывшего уже, да, становящегося построссийским на этом фоне, вот в динамике войны, которую ведет Украина против России, вот во временном промежутке, ну, скажем так, до конца этого года, потому что мы понимаем, что нам очень важно, как говорится, ночь простоять и день продержаться. Да, пока вот эти выборы пройдут, пока там украинская армия развернется, пока западная помощь дойдет, ну и так далее. Я думаю, что российско-украинская война – это последний акт распада Советского Союза. Угу. И победа Украины в этой войне, она определит дальнейшее развитие ситуации. И безусловно, мы понимаем, что за развитием ситуации следят самые разные страны. Ну, можно, кроме стран Балтии, хотя они как раз
болеют за Украину, я имею в виду постсоветские государства. Да, да. И поверьте, что в Украине хорошо запомнят и действия наших недругов, и молчание тех, кто называл себя нашими друзьями. Угу. В этом Украина никому не позволит сомневаться. Угу. Потому что она доказала с оружием в руках, усилиями сотен тысяч, а то и миллионов украинцев, своих граждан, в том, что Украина имеет право на существование. И что украинцы умеют не только умирать за Украину, как это было столетиями, но и убивать своих врагов, что тоже, к сожалению, в современном мире необходимо. Мы не кровожадные, не мы начинали эту войну. Но если судьбе так судьба сложилась, что Украина должна стать могильщицей России, то я думаю, что у миллионов граждан Украины нет сомнений в целесообразности этого погребального процесса. Что ж, спасибо, господин Магда, за ваши эти развернутые наблюдения и оценки, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Вам всяческих успехов в Украине, скорейшей победы и мира. Слава Украине! Спасибо, героям слава. Всего доброго. Мы знаем и ценим всех, кто нас поддерживает. Благодарю. Всего доброго. Ага, мы слышали мы украинцы горцанкеруча, Украина и майракава Киевиц, иж генахатакан нировайс, верчин заргацумнери верабериал, заргацумнери воронк тевейн уненум терразмачакатум рус-украинакан патерязми, те мичазгаин араберюцумнери миджанскнерум, айспес асэнк, манавант, мож арчевум, галхавор ассамблея и айт лиагумар нистне. Каждый датарից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ.